Я продолжаем пацаны Крайзис 2. Они всех нас убьют! Никто из нас отсюда не выйдет! Патрон-то нету нахуй. Алькатрас, тебе придется сдерживать наступление цепов по твою сторону стены. Тут у нас тяжело раненые гражданские. Все дела. Если сюда доберутся цепы, будет бойня. Твое дело выиграть время. Циклоп-1 на взлете. Возвращаемся на базу. Это Циклоп-3. Мы... несем урон. Не можем больше здесь держаться. Посмотрим, что он ищет. Приступайте. По нам стреляют. Вывод, циклон. Я подошел. Вижу кальмара. Что, да? Сейчас, подождите, блядь. Граната пошла! Дерьмо! Заброс огневой поддержки! Какой, сука, смотри, уши-то, блядь. Красный, сука, жесткий день, блядь. Что, 15 минут оборонять, да? Да хуя! Готов.
тебя патроны есть для меня? Это вон точка. Держитесь, Морпеч! Мы почти на месте! Мы закрыты, бля. А хули патронов нет нигде, ёпта. Бля, серьезно? Ты знаешь, Максим, нам нужно время. Ебать он жесткий нахуй! Ебать его в рот, ебать! Как же его замочить, сука, так по-тихому, блядь. Блядь, патронов нет, да нигде. Че это? Патронов мало. А вот есть боеприпасы. Все, главное, гамурку придет. Все, пусть идет, а я сейчас за мину въебу. Не-не-не, ты чё? Нам магазин съёбывать, нахуй. Тут ещё более-менее, блядь. Живучая посудина, ебать. Ебать, я в рот. Ладно, хуйня. Максимум.
Тут, оказывается, боеприпасы есть. Все, а? Беги отсюда, чмо ебаное. 2000, заебись. Алькатрас, отступай! Отходи к воротам! Валим, ребята! Уносим ноги! Ходу! Ходу! Все. Циклоп 4, вы последние! Будет тесно, но на этот раз вытащим всех! Вас понял. Циклоп 4, у нас нестабильно. Меня запустите, нет? Вы вообще кто такой? Джек Хантер, полковник, сейчас не время... Это военный канал. Для представлений. Перед вами биооружие массового поражения, которое вам и снилось. Вы и ваши люди будут мертвы через 1.5 минуты. Если Алькатрас не выполнит мои инструкции, точь в точь. Циклоп 4 отставить, а брать рабочую высоту. Вас понял. Спасибо, полковник. Итак, Алькатрас. Копье предназначено для распределения споры, но система нестабильна. Ты должен залезть внутрь, как буйя. И как я это сделаю? Спора вот-вот взорвется. Приблизительно через 20 секунд. Действуй быстрее. Так-так. Осталось продержаться совсем немного. Если я правильно оценил качество этого костюма... Циклоп 4, садитесь и начинайте погрузку! Вас понял, мы садимся. Это же овощи, блядь. Давай быстрее, на.
Это трехногий, сука, жесткий, пиздец, ему вообще похуй, блядь. Тём, голова пройдена, осталось 4. Трехногий вообще лютый, блядь. Мулт, какого черта вы делаете в городе? Вам же сказали эвакуироваться! Думаете, мы и не пытались? Говорю же, нас застали врасплох. Пустили под откос целый поезд на гарпу. А теперь слушайте. Нам придется добраться до призма. Это последняя надежда. Если кто-то владеет информацией, так это Харгрим. Пошлите за ним Алькатраса. Пусть вытащит его. С осторожностью. Локхард высадил на острове своих лучших бойцов. Я буду помогать тебе, но обзор отсюда у меня, скажем так, слегка ограничен. Нормально. Это все были, да? Это слабовато. Можно было и посолиднее. Повторяю!
Зачем? А что ты думал? В сказку попал, блядь. Патроны взять. Маскировка включена. Нановизор включен. Сука, они все за укрытием, блядь. Ну что, патронов всех нету, блядь. Ладно. Дохлые. Так защита у вас никудышная, блядь. Хуй ты лучший бойцы, они не вижу, что я за спиной в них стою, блядь. Куда дальше-то? Я перезарядиться надо. Алькатрас, притормози и слушай. Локхард поставил на тебя Эми ловушку у следующего барьера. Если она сработает, поджарит наносистемы костюма, а может быть заодно и тебя. Обойти ловушку не выйдет, но попробуем ее обмануть. Одна из подстанций энергосети Призм расположена рядом с восточным берегом, недалеко от тебя. Добраться до подстанции. Маскировка включена.
А куда дальше? Ебать. Ебать, а тут еще допрыгнуть надо попробовать. Интересно. А, ну там. Ну а как туда добраться-то, хуй его знает. Ну, бля, можно, по идее, допрыгнуть. Вот так вот, да. Контрольная точка, заебись. Нихуя себе, блядь. Занять оборону. Он идет сюда. Пришло время расплаты. Нормально надолбили, блядь. Готов. Бля, патронов. Он же не сдох. Ой, сука, а. Ого, блядь. Откуда? Где остальные? Бля, просто невероятно повезло, блядь. Какой-то красный, блядь. Зачем вам помощь, пацаны?
снайпер ебаный, блядь. Где мой охуительный пулемет, ебать? Да-да, я здесь, ребят. Сейчас, подожди, обойду. О, новый. Все, а? У нас труп. Поехали. Хорошо. Локхард этого не знает, но энергия, питающая Эми-установку, проходит через эту станцию, а на ней скоро возникнет перегрузка. Если ты выполнишь экстренную перезагрузку, это разомкнет цепь. И когда системы снова включатся, создать серьезный скачок напряжения будет уже невозможно. Он не узнает, так как на приборах ничего не отобразится. Но когда он нажмет на спуск, поверь мне, его ждет сюрприз. Переключить питание и отключить Эми-ловушку. Пацаны, это самое. На упокой, по-братски. Нам и туда надо ж, блядь. Подожди, а тут что у нас? Боеприпасы, это вещь оружие. Да, блядь, пройди. Отлично. Теперь уходи как можно быстрее. Сэл наверняка отследили утечку и захотят пройти. Почему-то этот не простреливается, сука. Где зарядка? А вот там оставайтесь, на. Не давай им времени понять, что ты сделал. Да и так не даю. Они выслали подкрепление на подстанцию. Будь осторожен, Алькатрас. Мы зашли слишком далеко. Не подведи меня.
А что, никого нету? В смысле? Он наш. Давайте. Срыв подтвержден. Поднять дверь. Дверь поднята. А вот и мы. Господа, как только увидите его, прижимайте из всего, что есть. На этот раз никаких поблажек. Не хочу, чтобы его превратили в мируху. Алькатрас, слева от тебя решетка канализации. Выбей ее и доберись до реки понизу. Я открою служебный вход и передам тебе координаты Локхарта. Давай! Вперед! Группа, оружие на автоматическое. Осторожно, тут может быть рикошет. Он исчез. Его нет. Что там, вашу мать, творится, шафранцы? Ответьте! Объебала она. Выкурите его. Как зайти-то туда? Блядь, где вход-то ебаная? Придешь, придешь. Скажи мне, как зайти к тебе, ебаная? Во, блядь. Ну, колючка везде, как зайти-то, блядь. Это всего лишь человек, мать вашу! У нас ранен. Может, надо разъебать её? Не получится, труп мой. Да хуй знает, за что там плачет. Никто не получит боевых, пока у меня не будет этого. Ебать, меня убили, серьезно? Вперед! Ебать. Группа, оружие на уходе. Я хуев. Как лошару кончили, блядь. Включена.
Кого убить-то? Пометь него, ёпта. Я его не вижу, нихуя даже. Поблагодарю, не бойся. Бля, как же тебе добраться, да сука, это ёбаная, а? Бля, через колючку хуя долезу. У кого-нибудь хватит духу его грохнуть? Я не знаю. Это вопрос спорный, блядь. Никто не получит боевых, пока у меня не будет этого урода в костюме. Подожди. Как тебе залезть, сука? Объясни мне, блядь. Хуя не знаю, блядь. Убери его! Пристрелить! Да, у меня и нету этой, нахуй. Как он называется, блядь? Гранатомета нету. Так, давай подумаем, значит, как его добыть? Как к нему добраться, блядь? У кого-нибудь хватит духу его грохнуть? Это всего лишь человек, мать вашу! А, понял, все. Все, пройдем. Ебо. Сдавайся, консервы, у тебя нет шансов. Запрос. Сейчас. Нихуя, что они такое юзают крутое, блять. Маскировка включена. Потерял его.
смысле, блядь, как я? Нихуя себе, блядь. Я не понял, а чё у меня к нему не заходит? Максимум защиты. Пиздец, блядь, ебать. Не, он не заходит, да пиздец. Убить командора Локхарта, а как я... Не заходит. Ну, открывай дверь, ёбаный в рот, бля. Бля, пиздец. Ладно, как вы разберусь, за налё. Блять, либо глюк, чё за хуйня, бля. Может все кнопки нажать, нахуй. О! Давай, давай! Готов? Так вот, уёбок этот наебал, сука, лично его, блядь, расстреляюсь нахуй, 760-го, блядь.
Мне, сука, за все ответит старая гнида, бля. Очередной хряк, боюсь. Пророк мог бы и сказать. Ну, хотя бы костюм не поврежден, это самое главное. Придется импровизировать на ходу в костюме. А, мой юный друг, я хотел, чтобы ты был в сознании, однако надо костюм посчитал иначе. Что ж, приступим. Это предательство, но выбора не было. Мне нужен костюм. Конкретно этот костюм, чтобы раз и навсегда остановить сефов. Обычный солдат тут не подойдет. Я не понимаю, что происходит. Ты здесь, пророк. Твой костюм сросся с системами цефов. Ты должен вернуться. Без тебя нам конец. Ах ты, больной ублюдок! Ты знал? Ты знал, что костюмы симбионты? Что они сделают с моими людьми? Ты превратил их в ходячие трупы! Я превратил их в воинов будущего. Ты же солдат. Считай это долгом перед... Ты лгал нам! Скажем, я экономил правду, да. Но что я мог? Что ты можешь сейчас? Сефы будут здесь, пророк. Скоро. Думаешь, мы сможем победить, используя обычных людей? На этой войне простым людям не место. Это будущее. Смерть теперь не более чем условность. Мы все здесь ходячие трупы. Костюм заразивает дворец! Черт, перегрузка! Взять его! Убейте, если нужно, но не повредите костюм. Бейте только в голову. Очень мило. А теперь попрощайтесь. Тара, нет. Тара, послушай меня. Эй, все хорошо. Я из ЦРУ. Отдел специальных операций. Перевелась туда 3 года назад и скотик. Это я приказала твоему отряду вытащить пророка и Гулда. Все провалилось, впрочем. Ну, а ей верить нахуй или нет, да, продолжается серия?